Привет, ребята, с вами Като, и этот день настал. Сегодня в FIFA 05 мы сыграем, возможно, лучший матч, лучшее противостояние во всей истории футбола. Да-да, это, конечно же, Эль Классика, Реал Мадрид против Барселоны, величайшее противостояние, подарившее нам не один десяток камбэков и по-настоящему красивых голов. Что же, приятного просмотра! Честно скажу, я симпатизирую одной из команд, однако в этом матче буду играть за другую. Тем не менее, я выложусь на все и считаю, что если вы болельщик Реала, то вы не должны конкретно в этом поединке ненавидеть болельщиков Реала, а в жизни-то можете, да, это ваше уже дело. Поехали! Джон Модсон и Аля Маккойст по-прежнему наши комментаторы. А на вас на экранах Роберто Карлос и молодой Хави. Конечно же, сегодня на поле Кассильяс, Дэвид Бекхэм, Роберто Карлос, Зинедин Зидан, Луиш Фигу, Рауль Роналду, Этоло, Роналдиньо, Бускетс. Но это, конечно же, не главное. Главное – это дух самого противостояния. Итак, Реал начинает. Стартовый свисток. Атака по правому флангу Реала. Пас назад. Передача в нападение. Передача на фланг. Смещение вперед. Подача в штрафную. Отбиваемся, но нет, второй удар и... Да уж, серьезно? Такого начала мы явно не ожидали. Безусловно, они так и хотели. Прям комбинация, мать твою. Поехали, 0-1. Теперь приходится отыгрываться. Это О, походит двоих, но не отбирает мяч. Отбирая мяч. Это О в атаке. Обходит одного защитника, выходит 2-1. Но теряет мяч. Подача на фланг, но Пуэль справляется с этим мячом. Наша атака. Мы с мячом. Это делает роскошный финт. Уводит защитника. Смещается между двумя. Бьет и забивает. 1-1. Это по-настоящему красивейший гол. Честно говоря, я бы назвал это, возможно, моим лучшим сольным проходом в этой игре. А как он вам? Напиши свое мнение в комментарии, если не сложно. 1-1. Все начинается заново. Реал медленно выходит из-под нашего прессинга, впрочем, мы перехватываем мяч. Это О, обходит защитника, смещается, обводит второго, выходит 1-1. Но Икер спасает. Атака Реала по левому флангу, навес в штрафную, но Поль справляется с этим мячом. Это О выходит 1-1, но он теряет мяч, его сбивают просто. Эй, реф, покажи ему хотя бы фол. What the fuck, нига? И что это такое он делает? Как? Как он мажет? Боже мой, Дэвид Бекхэм. Просто решил взять и не попасть в ворота. Эх, Дэвид. Ай, когда-то ты играл... Да, не когда-то играл классно. Или играл. В рекламе. Но не получается у него пройти защитника. Это все потому, что он из Барселоны. Хави будет подавать угловой. Подача, но мяч пролетает мимо всех. Роналдо в одиночку бежит в атаку. Неплохой солидный финтик такой. Мое почтение. Но это жесткий фол в исполнении Деку, за такое нужно удалять. Атака Реала, очередной финт от Роналдо, впрочем, теперь достаточно неуспешный. И он перехватывает мяч. Самуэль Этоо бежит с ним. Смещается, вот одного защитника. Обводит второго. И забивает 2-1, выводя Кулес вперед. К 30-й минуте Самуэль оформляет дубль. И тут еще не пахнет никаким Лионелем. Читки проходят мимо двух защитников и точный удар. Правый верхний угол, и как итог, синегранатовые выходят вперед. Это в атаке, но в этот раз менее успешно, чем обычно. Говорят, им к Барсе должен присоединиться молодой Андреас Иньеста, вроде бы. Слышали про такого? Я что-то слышал. Это пытается в одиночку накрутить всю защиту Реала, и только потому, что они сливочные, а он уже поел. Он не может это делать. И в очередной раз... Самуэль Этоо в одиночку пытается отвоевать всю атаку у игроков Реала, и у него это удается. Он ходит 1-1, бьет и попадает в Икера. А гол был все-таки где-то рядом. Впрочем, наверное, в сторону обеих команд можно такое сказать. Самуэль Этоо выходит 2-1. Бьет и... Вот этот отметим его сольный проход. Это было по-настоящему красиво. Атака Реала по левому флангу. Перевод на фланг. Удар в штрафную. И каким-то чудом Луиш Фигу решил не замыкать этот прострел. Очередная атака Роналду на фланге, на вас на фигу. Но мы спокойно выходим из-под их
прессинга. Это один выходит на двоих, а вот одного защитника бьет ближний и забивает третий мяч под перерыв. Гол в раздевалку. Третий мяч. Хитрик в исполнении молодого камерунца, который еще не знает о своем легендарном будущем. Да и там как бы еще должен быть Роберто Карлос, так что 1-1. Но в принципе 3-1 по счету, и можно сказать, что Реал сегодня явно не в лучшей форме. Хотя белый цвет — это именно их основной цвет. Опасно так от луч фига. Мы спокойно разбираемся с ним, даже не прессуя. И все, первый тайм заканчивается 3-1. В глазах игроков Реала видно какое-то огорчение. Да и вообще они как-то выглядят очень стрёмно. Что будет во втором тайме, сейчас увидим. На ЭТО пытается в очередной раз одного пройти, но он не может. ЭТО обводит одного, но второй дьявольски отбирает у него эту передачу. ЭТО пытается вести одного, ловким движением уходит от него, второго тоже двигает. What the fuck? Игроки Реала явно напряжены. И не потому, что им жмут гетры. Но Реала все-таки почему-то сохраняет. Так. Атака Роналдо. Неплохой удар. Добивание. Но мы все-таки отбиваемся. Очередная атака Реала. Луиш Фигу на фланг. Тот назад. Луиш Фигу пытается самостоятельно пройти. Что будет делать? Будет навешивать. Роналдо бьет. Но Виктор Вальдес спасает нас. Пас на Луиша. Луиш на фланг. Тот навешивает. Роналдо бьет. Но Виктор в очередной раз на месте. Показывает сегодня по-настоящему. Он пропустил гол, так что нет, не по-настоящему хороший футбол. ЭТО каким-то образом выходит 1-1. Но нет, в этот раз не его шанс. Ответная атака, Луиш Фигу. Что? Рауль, что делает Рауль? Они наносят ответный удар. FIFA 2005? Как это объяснить? В одно касание в ближний левый угол. Причем там даже была позиция не для удара, он бил с дальней ноги. И у Реала снова есть шансы. Роналдо на Рауля. Я понял, что это Рауль. Очередной опаснейший удар. Но Вальдес нам помогает. Бэкс подает. На центр. Но мы забираем вверх. Но это фол. Сейчас скоро нужно Самуэлю сбрить бороду. Роналдиньо подходит к мячу. Разбег. Отличнейший удар, который вытаскивает Касильяс. Совсем еще зелененький. Он попал по ЭТО. Ясно. Деку. Деку. Пас на ЭТО. ЭТО обходит и не забивает в очередной раз. Но это фол, Эдмилсон. Хосе Гомес Эдмилсон. What the fuck, что ты творишь? Сагада, что стоит Бекхэму, типа. Бей обычно в правый угол, там лучше аэродинамика. Зинедин Зидан. Еще с волосами. Пас на Рауля. Полежи-ка там. ЭТО. ЭТО в одиночку разгоняет атаку. А будет одного. А будет второго. И спокойно так легким ударом поражает правый нижний угол. Касильяс, это же покер. Покер оформляет Самуэль. В одиночку справляется со всей атакой мадридского клуба, а все говорят, типа там Андрес какой-то, Лионель Андрес в академии играет. Но нет, Самуэль, будущая легенда Дагестана. Деку, пас на ЭТО. ЭТО обыгрывает вновь 200 деков. Выходит 1-1. И пятый мяч. Пентатрик. От одного футболиста. Кто же мог себе такое представить? Даже как-то неловко сегодня за Роналдиньо, учитывая, что, как я понимаю, ни один из ассистов не лежит на его счету. Пентатрик, что они делают? Элитный отбор от игроков мадридского клуба. И еще один умопомрачительный момент. Атака ЭТО, ЭТО. А вот в очередной раз защитника центрального. Выходит 1-1, но теперь Икер спасает. Подача в штрафную. Неплохой удар в исполнении Роналдиньо. На ЭТО, ЭТО. Смещается, снова смещается. Просто в дурках оставляет всю оборону Реала.
Передача на правый фланг. Навес штрафной, но мы снимаем вверх. Роналдиньо, давай сделай свою магию. Гениально. Атака Реала. Рауль, на Роналду, он пас не проходит. Даку с мячом, на Этоо. А будет одного. Выходит один на один, но бьет прямо в руки. По их будущего вратаря Порту. Реал вбивает мяч. Роналдо. Фол последнего надежды в исполнении Хосе Гомеса. Хотя там должна была быть красная, но ему даже не показали желтой. Бекхэм подходит к мячу. И Виктор Вальдес вытаскивает этот удар на последних секундах этого поединка. И все, финальный свисток? Финальный свисток. Да, финальный свисток. Матч оканчивается разгромной победой Сине-Гранатовых. 5-2. Гиули радуется вместе со своими партнерами, в то время как Роналдо сегодня явно душевно расстроен. 5 мячей в исполнении одного только Самуэля МТО были чем-то невероятным, учитывая тот факт, что Реал забил первым. Впрочем, это никак не повезло им удержаться от разгрома. После такого матча главный тренер команды Реала вполне возможно подаст в отставку. Впрочем, это только один конкретный матч. А как сложился сезон, мы, может быть, еще с вами увидим. Что ж, а кто стал лучшим игроком этого матча, по твоему мнению? Самуэля ТО, поразивший ворота Реала 5 забитыми мячами. Или, быть может, Виктор Вальдес, который совершил пару умопомрачительных сейвов. Или, быть может, зубастик Роналдо за его феноменальный вид. Или, может быть, Роналдиньо за его искусные пасы и дриблинг. Пиши свое мнение в комментарии. Также напиши в комментарии о том, какой матч из того периода из этой части FIFA ты бы также хотел увидеть. Делай колокольчик серым, нажимай на кнопку лайк и подписывайся. Ну а с тобой была Иката, увидимся уже совсем скоро. Обригато! Thank you.